Все вопросы оппозиции не касаются меня. Я все время в оппозиции в свете нынешнего дня. В ярком свете благоденствия и во мраке нищеты я один священно действую под покровом суеты. Не страдая от бессилия в одинокости своей, я храним моей Россиею, всею силой скрытой в ней. От корней в земле Отечества буду жить в бессмертии я, как один из человечества. Вот позиция моя.